Продолжаем 23.20 в Екатеринбурге. Еще два блока. Кто следит за номерами, сверьте номер 51.81. Вот так вот. Все хорошо видно. 51.81 блок. Номер 3 первого кейса, первого брейка по новой коллекции, нового сезона, в котором регулярный сезон уже заканчивается. Сезона 2013-2014. Новые 34 пакета. Так, куда-то двину и начну открывать пакетики. Так, пусть будет 3. Отличные блоки. Одна, по два настоящих кита попадается, что не может не радовать. Будем надеяться, что так продолжится и дальше. Почти готово. Почти все пакеты уже открыты. Так, случайно бы не порезать что-то ценное. Приходится. Вот так вот. Так. И поэтому не с первого раза иногда получается открыть пакеты. Сейчас все-таки постараюсь с первого раза. Вот они, последние карточки третьего по счету блока. Даже что-то интересное проскакивает. Итак, смотрим. Параллелки. Александр Кучерявенко, СКА, Санкт-Петербург, серебро. Так, непорядок. Роман Савченко, Борис, золотая версия, 79 из 100. Роман Савченко, Борис Астана,
Денис Кокарев, Динамо Москва, серебро. Джефф Плетт, Динамо Минск, серебро. Евгений Кузнецов, Трактор, серебро. Динар Хафизулин, Витязь, золотая версия, 24 из 100. Виталий Вишневский, Локомотив, серебро. Георгий Гелашвили, Торпедо, Нижний Новгород, золотая версия, 30 из 100. Андре Дево, Автомобилист, серебро. И Игорь Бортников из Адмирала. О, серебряная версия, также две карточки. 5 плюс 1, это Антон Лазарев из Автомобилиста. И Александр Бурмистров из Акбарса Казанского. Номер карты Лазарева, 164 из 300. Бурмистров, 173. Ну, соответственно, из 300 также. И две карточки новичку. А, нет, одна карточка новичка у нас будет. Это Никита Языков из Новокузнецкого Металлурга. Часть эмблемы сериала справа на желтом фоне слева. Это патч. Автограф, вы видите сами, ну, полностью поместился на карту. Уже позитив. Оборотку посмотрим обязательно. Это у нас Никита Языков из Новокузнецкого Металлурга. И второй автограф Адмирала в брейке, Андрей Стельмах. Добро пожаловать в Лигу, Адмирал Андрей Стельмах. 27 из 50. Номер карты Языкова, 17 из 50. Такой вот очень в очередной раз позитивный третий блок. Блок номер 4 готовится быть открытым. Посмотрим, что принесет он. Смотрим. Матиас Порселан, ой, извиняюсь, привык уже оглашать хиты сразу. Ну, времени это бы заняло больше. Карт много, на которых останавливаться надо. Поэтому считаю, что одного оглашения будет достаточно. В конце кейса, пожалуй, джерси и автографы еще покажу. Посчитаю, сколько параллелок каждой команде отошло. А отдельные блоки достаточно будет по отдельным блокам общих итогов после открытия собственного блока. Ну и что? Так, еще что-то мешает. Пока только параллелки были. Вот первая карта 5 плюс 1. Ну что еще интересного? Пока ничего больше. А пакетов уже не так уж немного, больше половины открыто. Так, вторая карта 5 плюс 1. Где джерси с автографами? Снова параллелка, уже чуть ли не все найдены. Параллельные карточки, вот еще одна. Четыре пакетика. Ну, приехали третья карта. 5 плюс 1.
И чем же блок будет радовать? Ага, о как, ничем не будет похоже на то. Так, еще один пакет. Здесь все так, здесь больше нет. Нет скрытых пакетов. И последняя, похоже, параллелка. А, больше не вижу. Итак, параллельные карточки. А, Рихард Гюнге, адмирал. Якупи Дружали Камур. Евгений Катичев из трактора, золотая версия, 23 из 100. А, Джонатан Чичу, медвежчак. А Виталий Коваль, торпеда, золотая версия, 91 из 100. А Бронислав Мизеи из Витязя. Семен Валуйский, металлург Новокузнецк. Милан Гулаш из Гулаш, металлург Магнитогорск. Павел Медведев, Спартак, золотая версия, 80 из 100. И Матиас Порселанд из Адмирала, серебряная версия. Итак... А вот что называется хитами. Кстати, блестит корона все-таки немножко. И смотрится это симпатично, хотя камера не передает. Вот такая вот карточка лауреаты сезона. Кубок победителя конференции «Запад», как видно на карте. Это «Динамо Москва». На наклейке номер 73 из 200. Почему не тиснением сделан, не знаю. Лауреаты сезона — «Динамо Москва». Карта малоинформативна. Ну и три карточки. 5 плюс 1. Александр Пережогин, «Авангард». А Микаэль Телквист из «Динамо Рига». И Ян Коварш из «Магнитогорского металлурга». Номера карт. А Пережогин 70 из 300. А Телквист 284 из 300. И Коварш 254 из 300. Ну, четвертый блок менее позитивный, чем предыдущие. Но, надеюсь, он такой один в кейсе. Скоро узнаем, так ли это.